Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Ну что ж, после рулетки на Amazing Carpet'ом она набрала чуть больше 9 вроде тысяч просмотров. Довольно неплохое количество лайков. И давайте, если это видео наберет свыше 500 лайков, мы откроем не на 160 рублей рулетку, а на 1600. И посмотрим, что мы сможем выбить. Значит, это рулетка Diamond RP. Соответственно, мне здесь за пиар никто не платит. Да и, в принципе, нигде никто не платит. И проблема в том, что ничего, никакой подкрутки нету. Что на Amazing не было подкрутки, что здесь. Собственно, там многие писали, типа, подкрутка и все такое. На деле получилось, что нет. Итак, посмотрим, что же здесь нужно можно выбить. Я первый раз кручу рулетку. Если кто хочет, заходите на стримы на мои, то можете задонить на эту рулеточку, помочь мне и все такое. Значит, можно выбить экспу, деньги, донат. Ну, я ставлю на то, что у нас сегодня выпадет говно оружие, которое мне не нужно. Не нужно. Цветные камуфляжи для оружия. Само собой, донат рублей 30, деньги рублей, ну, 1020-40 и экспа. То есть автомобиль не выпадет, яхты, ну, тем более. Ну что ж, погнали. Первый кейсик. Запускаем рулеточку. Крутится, вертится шар голубой, как говорится. Рулетка крутится, лавеха мутится. И стой. Ай, блин, нет. Мне выпадает игровая валюта. Игровая валюта в размере 65 тысяч вирт. А, пробуем еще раз. Хорошо, мы люди рисковые. Можно это продать вообще? Нет, выигрыш. Ага, то бишь мы это продать не можем. Это наши деньги и все такое. Ну что ж, продолжаем. Рулетка наша вновь крутится. И мне выпадет сейчас какое-нибудь говнецо. Да... О, донат рубли. Вот это уже тема благородная. Выпало нам 42 рубля. Рулетка стоит 49, то есть нам хватает еще на 2 кручения этой рулеточки. То есть, как я и говорил, нам выпали деньги, нам выпал донат. Крутим дальше. Надеемся на туризма какую-нибудь или на что-нибудь типа того. Ну, нам выпадает... О, стой, родная! А, блин, ё-моё! Нахрена мне это... Один экспа. Идеально, просто идеально. Я не знаю, что можно продать из этого. Ничего нельзя продать, к сожалению. И рассмотрим в игре, как это все получать. Ну что ж, у нас осталось 55 рублей. Да, ничего крутого мы не выбьем, но в дальнейшем я буду продолжать эту рубрику. И, возможно, мы выбьем даже яхту. Так, крутится, родная. Коэффициент выигрыша здесь... О, да! Да! Сука, твою мать! Вы чё нахуй? Тысяча! Ё-моё, спидер! Спидер, ёпта, пацаны, открыл на 160 рублей. Поднял 1300 рублей. Выпала яхта, пацаны, яхта. Вы понимаете эту херню? Охренеть просто, выпала топа. О, ман, о май гад. Это 26 кейсов, я еще раз открываю. Слушай, а можно вывести эти деньги? Я их вывести хочу реально. Это сколько у нас? 1 300 000 у меня получается есть. Охренеть, яхта выпала, ёпта, я прям счастливый как ёж. Так, давай что-нибудь еще. О, донат валюта, тоже хорошо. Блин, я не ожидал реально, но мне выпал яхта за 1300 рублей, пацаны. Просто 1300 рублей, как с куста. Ребят, этот ролик нихера не 500 лайков, ребят. 1000. Блин, вот еще одна моторная яхта выпала, я вообще в шоке был, короче. Это продается хотя бы? Да, о, на удивление это говно продается. Сколько стоишь? 30 рублей? Нормально, я еще продам. Мне это не надо просто, я, блин, зря яхту продал, наверное. У меня была бы сейчас топ-яхта. О, оп, донат. А, не, обычные денежки. Ну, деньги тоже хорошо, на самом деле, валюта мне тоже нужна. Сколько? 51 тысяча, ТЕ, у меня 100 с чем-то тысяч там уже есть. Яхта, просто трешак, ребят, просто трэш. О, еще донатик. Да, донатик. Да, супер. Просто выпала топ-яхта на серваке. Я в шоке. Я не ожидал это от Diamond. Подкрутка, ёпта, пацаны. Мне просто подкрутить.
Стоп, блин, опять донат. Дайте лимузин хотя бы, я не знаю. Что-нибудь такое. Сейчас ничего не выбью, уйду в минус в полный при том. Хотя, не знаю, 26 кейсов, за 26 кейсов можно многое выкрутить. Можно денег выкрутить себе, нахрена. Ну или вот, ржавый кобальт. Зеленый при том, кстати, это ржавый кобальт, но он зеленого почему-то цвета. Сколько стоишь? Тоже 30-ку. Они оба по 30-ке, да? Да, 60 рублей в общем, в общей сложности. Выбил яхту, просто жесть, ребят, я в шоке, реально. Но у меня зато 1000 рублей сейчас на балансе, то есть я могу. О, деньги, 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 стоп. Давайте 400 тысяч, или там лям, ёп. Было бы топово. 69 тысяч, ну, кстати, окупили. 69 тысяч купили. Это неплохо. Зато будет игровая валюта. Так, блин, экспа. Вот эту яхту хочу, вот эта яхта бы выпала, я бы ее себе купил. Ну, оставил. Точнее, потому что та не особо мне нравится, она не особо красивая. А вот это да, она там еще топчик. Лол. А, блин. 5 дигл. Нахрена мне эти оружия нужны? Ну, он, кстати, красный теперь. Красноватого такого оттенка. Вот яхта, та, которая выпала, не особо красивая. Но 1300 рублей, как с куста, ребят. Изи мани. О, кловер, хорошо. Родимый, давай. Сколько стоишь? Сколько тебя можно толкнуть? Лол, 10 рублей. Охренеть. Вообще изи. Но потом мы посмотрим, что оставить. Но просто яхты это... Я считаю, это джекпот. Стой! Блин, игровая валюта. Ладно. Не, ну игровая валюта тоже хорошо. Вот эту яхту я бы забрал, конечно. 100 пудов. Опять же, окупаем. 71 тысяча. Имеется у нас... Блин, я хочу лодочку себе сейчас. Донатик? Не, не донатик, пушечка. Изиган какой-то, ново вообще. Каркое, как говорится. Из которой крафтится там какая-то херота. То ли Азимов, то ли... Нет, не Азимов. Азимов из антиквариата, вот там кого-то крафтится. А, блин, нет. На быстро крутится. Ну, М-ка выпадает. Еще одна М-ка. Нахрена она мне. Начало выпадать оружие нам, но оно мне не особо-таки нужно. Я пока оставляю все эти ганы, я потом продам их и крутану, оставив себе что-нибудь только супер-топовое. Донат валюты выпадает. Сколько донат валют? 50 рублей. Не больше. Лол. Лол! Вы си... Люблю. Пацаны, напоминаю, я потратил 160 рублей. Я просто в окупе в жестком. Реально косарь лайков, и мы продолжаем эту рубрику. Еще, короче, игровые деньги. Давай 200 тысяч сразу там, или лям, ёп. Люблю админов. Diamond RP. 68 тысяч еще, нормально. 260 у меня уже тысяч. Так, можно лям накопить, короче, купить себе. Куплю себе домик какой-нибудь, не знаю. Так, и мы видим ржавый кобальт, да? Да, блин, ну не нужно мне. Вот это вот оригинальный ржавый кобальт, он не по кайфу. Хотя стоит 300 рублей в КС-ке, а здесь он стоит 30 рублей. Вообще не в кайф. Ну, слушай, уже донатик убиваем. Опять ржавый кобальт. Только уже такой же, который у меня уже есть. Оставляем все абсолютно. Наверное, знаете, на следующее открытие оставим, потому что это такое дело. Но оставим баланс 300 рублей на следующее открытие, я думаю. Изи еще. Вот она моя яхточка, которая мне выпала. 49 тысяч окупились, более-менее. Более-то менее окупились, ребят. Это хорошо. Опа-па-па-па. Блин, ну нахрена эти оружия мне? Нафига мне эти пистолеты? Они меня в минус только пускают. Но их большая часть здесь. Давай вот, я не знаю, как-нибудь... Так, вот яхточку мы сюда перенесем и нажимаем открыть. Изи. Сейчас изи вин будет, изи мани. Просто. Лол, опять донат валю. Давай опять 500 рублей. Или 1000 сразу, ё-моё. Ну, 50 рублей будет. 100 пудов. Да, 100 пудов. 44 рубля. Не в окупе, конечно, не в окупе, ребят. Что поделать. Давайте еще 3 открываем и завершаем на этом. Потому что я уже окупился, более-менее. 400 плюс 500 рублей донатом выпало, там вообще жесть. Это круто, ребят, это очень круто. Так, 2 еще открываем и заканчиваем. И на следующую серию уже ждите, что мне выпадет потом. Я продам... Да, сука. Я уже надеялся. Я уже думал туризм, я уже думал заорать просто. У голосина.
Ну ладно. Не везет мне на туризм. Я бы даже буллет свой продал, туризм бы взял. Потому что туризм мне нравится больше, на самом деле. Но она дорогая, экспа. Все, чуваки, на этом я заканчиваю. Значит, следующий ролик выйдет, когда этот наберет порядка... Сразу, если сзади набирает 300 лайков, я выкладываю этот ролик. В 10 минут он вышел. Ну, выкладываю новый ролик, если этот набирает 300 лайков. Все, всем удачи, всем пока. Я сейчас сразу продолжу для себя открывать. Но потом продам все и еще раз открою. То есть вам это выйдет в два ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и все будет топчик.